Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую вот обезьянку на пальме и на необитаемом острове. Понадобится нам 260 шарики, синий для моря, желтый для острова, зеленый для пальмы и кофейный для самой обезьянки. А также можно сделать бананы из 160-го шарика. Ну что ж, давайте начнем. Итак, делаем обезьянку. Взял я кофейный шарик. Растягиваем. И надуваем где-то на 60 сантиметров в пальцах. Оставляем где-то 6 пальцев. Завязываем так, чтобы остался хвостик где-то на 2 сантиметра. На 4 пальца делаем пузырь. Делаем мягкий пузырек где-то на 3,5 сантиметра. Скручиваем его. Это будет ухо. Делаем второй такой же пузырек. Пузырь на 4 пальца. Берем за узелок и скручиваем их. Колечко просовываем между пузырями. Делаем второй маленький пузырек. Мягкий. Скручиваем его. Это будет второе ухо. Теперь делаем пузырь где-то на один палец побольше, чем этот. Это будет нижняя челюсть. Оборачиваем вокруг уха и сжимаем вот здесь. Перекручиваем, чтобы получилась вот такая вот ниточка. Держим ее вот так, берем колечко и оборачиваем вокруг этой трубки, так чтобы получилась шея, и просовываем его сюда, чтобы шея получилась посередине головы. Теперь делаем 4 таких вот продолговатых пузырька где-то на 4 сантиметра. Вот так вот перематываем где вокруг шеи. Делаем еще один такой же пузырек. Делаем мягкий маленький малюсенький пузырек. Еще один такой же, как вот эти пузыри остальные. Здесь пересекаем вот так и придерживая вот этот остаток, вот этот пузырь проталкиваем внутрь вот этой петли. Аккуратно, чтобы он не терся. Мы протолкнули его второй и третий маленький пузырек. Теперь маленький малюсенький скручиваем финч. Делаем из остатка еще один такой же пузырь. Оборачиваем вокруг этого маленького финча и выдавливаем воздух, так чтобы получился хвост. Теперь челюсть большая. Вот. Рисуем улыбку на ней.
и глазки. И носик. Теперь сделаем для нее пальму. Итак, делаем пальму. Надуваем на 80 сантиметров. В пальцах это 5 пальцев. Здесь оставляем хвостик побольше. Вот, на 2 пальца. Делаем пузырь на 6 пальцев. А если точнее, то на 10 сантиметров. Делаем 2 маленьких пузырька на 4 сантиметра. Делаем еще один на 10. Берем за узелок. Перекручиваем. Поджимаем. Делаем еще один на 10. Еще один маленький. Пересекаем. Еще один маленький. Большой. Пересекаем здесь. Еще один большой и маленький. И пересекаем вот здесь. Теперь вот этот проталкиваем внутрь, придерживаем здесь. И стараюсь, чтобы они не терлись друг от друга. Теперь подгибаю вот эти вот листики. Снимаем пальму, натягиваем хвостик, оборачиваем один раз и второй. Теперь это колечко продеваем вот сюда. И отпустили. Вот у нас обезьянка закрепилась на пальме. Итак, делаем островок. Надуваем почти до конца. Оставляя где-то 2 пальца. И скручиваем спираль. Здесь замечаем, где закончился шарик. Отступаем немножко. Делаем маленький кинчик. Поджимаем. Еще один такой же
все поджимаем. И обматываем кончик вокруг этих пинчей. Теперь поправляем пинчи, чтобы один был вверху, другой внизу. И вот этот шарик вставляем в эту петлю. Берем пальму, делаем на конце малюсенький пузырек. И вставляем вот сюда. Теперь можно сделать море. И можно добавить бананы. Скажем, один банан дать ей руку. И связку бананов повесить на дерево. Если добавить еще один шарик синий, то можно сделать вот такое море. Растягиваем оба шарика. И надуваем на 50 сантиметров. В пальцах 8 пальцев. Связываем оба шарика вместе. И делаем по два пузырька маленьких на каждом шарике. И перекручиваем их между собой. Так продолжаем до конца. Вот получилось 11 таких квадратиков. Теперь
связываем их кольцом. Вот такой получился остров, море бушующим. Спасибо всем за внимание и до свидания.